Прекрасный центр. Видно, что работа идет постоянная, системная. Внимание много уделяется разным направлениям работы с инвалидами, с людьми, у которых есть какие-то особенности в развитии. Мы увидели новые технологии, которые очень широко здесь применяются. Ну и коллектив. Мы встретили людей, которые видно, что они этим живут, они этим дышат. Вот эту любовь, эту теплоту, заботу они передают не только подопечным, но и гостям, как мы, воодушевляют на добрые дела. А это тоже в наше время очень важно – воодушевить, поддержать, направить. Иногда люди просто не знают, в какую сторону двигаться, а здесь, как я поняла и увидела, это возможно становится. За этот труд огромное спасибо, успехов и развития, конечно, фонду и всему центру. Спасибо за труд.